Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Ребятки, всех я вас поздравляю с началом учебного года. Хочу вам пожелать то, чтобы вы быстренько и хорошо отучились, чтобы для вас учебный год пролетел реально так быстро, как лето. Ну а сегодня в ролике я хочу последить за игроками, посмотрим, чем они занимаются, спросим у них, почему они не в школе там и так далее. Я думаю, видос получится интересный, поэтому ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на канал. Но если вы еще не играете на проекте, то, конечно же, не забывайте вводить по промокод. Его можно ввести до 5 уровня. Пишите /mm, 7 пункт, промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Его можно вводить на любом сервачке. Но я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Посмотрим, как сильно просел онлайн. Посмотрим, чем занимаются игроки. Кто работает, кто что делает там и так далее. Я думаю, видосик вам должен понравиться. Давайте в этом ролике наберем 150 лайков. Я вам буду очень благодарен. Ну что ж, ребята, давайте начнем, думаю, с онлайна. Посмотрим, онлайн время у нас 8:30. То есть уже многие пошли там на линейку, колу и так далее, там в университет, техникум. Онлайн сейчас 94 человека. В принципе, нормально, но примерно в такое время онлайн там 150-170. Ну, как бы X3 день, пацаны, сейчас проходит, X2 донат, поэтому, если что, заходите. Сегодня, как бы, еще учитывается этот день, поэтому у вас еще есть шанс, как бы, поработать, задонатить, либо пособирать подарки. Так, вот Дмитрий Мороз сюда сидит, рыбачит. X2, потому что рыбалочка, как бы, выгодная темка. Ну, кстати, на рыбалке прям люди есть, реально. Люди прям имеются. Ну, мы к ним, в принципе, можем потом телепортироваться. Просим у них, почему они не в школе, как бы. Мне реально интересно поспрашивать. О, май гад, ты со? Дядя, ну блин. Ну, 1 сентября, ну, братан. Ну, ты вот с самого утречка вот это начинаешь дергать своего ужика. Ну, куда это годится, ты шо? Ну ладно, не будем ему мешать, как бы. Переходим к следующему игроку. Так, вот у нас тут Виссарион Адигамов. Сидит в тюряке, ебать, стрипню варит. Вообще нормально ему. Сидит хавчик готовит. Вот это зрить, блядь. Нормально, 1 сентября он в тюряге сидит чисто. Откисает. Не, ну пацана, конечно, ник интересный. Я как бы, ну, ничего против не имею. Я сам украинец, но... Ник у него, конечно, такой пикантный, понимаете? Такой, немножко такой вызывающий. О, пацанчик, вообще АФК, наверное, в школу попиздил, чисто его. 2 часа, ебать, типа, вообще, в школу ушел, в АФК вышел, думает, пиздец, блядь, посадили в карцер. Думает, ну его нахуй, пойду лучше на линеечку схожу. О, дальнобойщик, вот это пацан понятный вообще, а? Работает в моей компании. Джохан Джонсон. Вообще, молодец, красавчик. Чисто капусту рубит, работает на фуре, дальнобойщик. Так, ну дальнобойщика, кстати, да, много. То есть, ну, в основном люди сидят либо на рыбалке, либо дально катают. Мне интересно, есть ли те, которые, знаете, там, нарушают, может. Так, Саша Север у нас в бассейне откисает, и Паша Север тоже. Это вообще похую, ебать. Оставили комп, пошли чисто на линеечку, ебать. Моются, ну, молодец. Пацан, ебать, и растерялся, думает. Хоть не заработаю, но помоюсь, думает. Ну, хотя бы что-то, понимаете. Хотя бы какие-то плюсы. Самое интересное, то что пока что я ничего такого, знаете, прям криминального не увидел. То есть люди работают, кто-то там на ограблениях, кто-то там во фракции. То есть ничего такого, знаете, прям плохого я не видел. То есть там ДМа, каких-то нарушений. То есть ничего такого, в принципе, нету. Люди просто занимаются своими делами, никто никому не мешает. Я считаю, что это реально хорошо. Ага, вот кто у нас, ебать, аграба, пацаны. Вот шалуны, блядь, вот. Почему не в школе, а? Вот это грабим, да? А, это, кстати, по-моему, ютубер. Пацаны чисто капусту зарабатывают на грабах, то есть, ну, реально, красавчики. Ну, хотя, блин, это очевидно, потому что людей мало, как бы, поэтому ограбление словить, в принципе, было, я думаю, намного проще, чем обычно. Да, пацанчики чисто хату выносят с кайфом просто. Зарабатывают бабли... Нихуя себе, ебать. Братанчик, не, ну... Не, ну, я все понимаю. Но то, что он использовал ютуберку, чтобы просто пробежать... Не, ну, братан, блядь, ну, неуважение тебе, братан, ну, бля, ты сейчас прям жестко спалился. Вы видели? Он взял с помощью ютубера, короче, ну, типа, ты пэхнулся, чтобы, типа, не бежать. Не, ну, брат, осуждаю, братан. Хоть ты мой коллега, но я осуждаю такие действия, братан. О, ну, тут пацаны вообще, блядь, на дуэлях хуярятся, смотри на них, а ну. Ох ты, бля, ой-ой-ой, ты что? Блядь, это, зачем так сильно, блядь, зачем так мощно просто? Зачем она так хуярит, блядь, ты что?
киберспортсмены вообще жесткие пацаны, конечно. Не, ну жесткие, жесткие типы, конечно. Вообще мощные, бля. У гетто ящеры, бля. Хотя ладно, я сам хуёво стреляюсь, поэтому не буду ничего говорить. Не в осуждении, а в рассуждении, пацаны. Не, ну пацанчики тоже, видите, ну, занимаются своими делами, ебать. Кто-то работает, кто-то, ебать, зашел постреляться чисто. Опа, опа, перестрелка, ебать. Да ты шо, вот это, ебать, пошла жара. Работает ФСБ, бля, давай, да. Давай, пошел, пошел. Ебашь. Ай, блядь, ебаная мацину поймал, сука. Кстати, ребята, помните, я дарил недавно фуру пацанчику. То есть вот он сейчас сидит перед вами. То есть это Никита Клюев. Да, вот есть он, короче. Вот Никита Клюев. У него, короче, уже 10-й скилл. То есть он ничего не продал, как бы. Он красавчик. Он в моей Фоме еще. Он ко мне Фому пошел. Вот, в принципе, как-то так. Пацан развивается. Молодец, то есть. Опа, че, у нас тут еще один грабитель, пацаны. А, попался, ебать, молодой. Ага, блядь. А кто мой планшет, сука, пиздит? Оно на место положил, А сейф ебашит, смотри, ебать. Это хоть не мой дом, ебать. Нихуя себе, бля, убывается, смотри на него, ебать. Чисто на халяву, ебать, убывается. Я, ну молодец, ебать, не растерялся, пацан, ебать. Берет от ограбления все, что можно, блядь. И помылся, и убылся, ебать. И пахал бы еще, наверное, если можно было бы. Опа, чай, ебать. Опа, чай, ебать, это вовремя я, блядь, зашел, нахуй. Не, ну я, конечно, извиняюсь. Ну, так получилось. Короче, тут особняк грабят, и пацан просто стоит, понимаете? И вон там, ебать, вон пацанчик как бы грабит. Бля, надеюсь, это не мой особняк? Так, а ну давайте проверим, у меня этот человек есть в уме? Артём. Не, это не мой дом, слава богу. Просто, ну мало ли, ебать, на туре могли бы мой дом грабить. Короче, тут типок стоит, и там вон на заднем входе чел просто грабит. Ну что ж, дамы и господа, дальше вы посмотрите, как я искал игроков, как я с ними общался, раздавал деньги, но, к сожалению, у меня почему-то не записался звук игре, поэтому я много моментов вырезал, просто-напросто, когда я общался, было слышно только меня, а игроков, которые были в игре, их вообще не было слышно. К сожалению, тоже много моментов я уберу с этого ролика, но, думаю, пацаны, все равно, поддержите, пожалуйста, лайком, подпишитесь на канал, я старался, видос вроде бы как получился интересный, прикольный, смешной. Да, в этом ролике я много накосячил, я то забыл запись включить, в итоге потом звук не записался, но в целом видос получился прикольный. Боже, пацаны, я такой дебил просто, я столько материала снял, и я забыл просто запись включить. Я реально дебил просто. Я столько вам не показал, я столько уже людей встретил, столько уже денег раздал просто. И в итоге я забыл включить запись. Я реально дебил, пацаны, вот запомните, я дебил. Я думал то, что я снимаю, а на самом деле я запись не включил. Ну ладно, ничего страшного, думаю. Те, кому я помог, думаю, так знают то, что я, блядь, пацан нормальный, ровный, поэтому... Да, немножко проебался, забыл запись включить. Снимал просто так, ну, ничего страшного, пацаны. Так, сейчас поедем, кого-то еще найдем. Я, короче, езжу и бабосики раздаю, как бы спрашиваю людей, почему не в школе там и так далее. Братан, а что ты не в школе? Говорю, почему не в школе, братан? Это тебе, чтобы лучше выздоравливалось. Нажимай еще, бери. Все, удачи тебе, выздоравливай. Нормально, типа, чисто бабок насыпал. Так, а ну, так, а ты что тут шляешься, а? Че ты не в школе? Бля, на самом деле жалко, столько вам материала как бы проебал. Чтобы показать. Ну реально, немножко обидно, пацаны. Потому что там реально было интересно. Я реально, что ты в школе, братан? Да, пацаны, учебное время такая тема, ебать. Жестокая. Уже закончилось? Не, ну поздравляю. Вот тебе чисто на ход ноги, братанчик. Давайте ему накинем чисто 100 тысяч. Чисто бабули там накинем, ухай, ебать, развивается. Пацан молодой, со школы уже пришел. Давай, удачи тебе. Я, кстати, с промокода бабки перед этим снимал. Поэтому, пацаны, реально, я вам еще раз напоминаю то, что не забывайте выделить по промокод. Его можно быть до 5 уровня. Пишите /mm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Его можно выделить на любом сервачке. Так, все, полетели, ебать. Бля, мне нравится так людям помогать. Бля, я люблю такие видосы, реально, очень люблю такие видосы, поэтому, пацаны, реально, ставьте лайки, подписывайтесь, показывайте активчик, и таких роликов реально будет больше. Бля, молодец, братанчик, какой курс. Не, ну уважуха вообще. На тебе, капуста чисто. Так чисто, на ход ноги. Все, удачи тебе, хорошего дня. Говорит, я студент, ебать. О, так, следующий тип. О, братанчик, а что ты не в школе? Да, сегодня праздник. Давай, удачи тебе. Тимофей. Говорю, почему не в школе, братан? Тимофей Фокс. Рано? На 11? Бля, чё всем сегодня на 11 и шо? Просто я снимал... А, на 12, ебать. Не, ну разнообразие. Держите на ход ноги чисто. Пригрел пацана чисто, ну пригрел. Давай, удачи, хорошего дня. Держите на ход ноги чисто. На, еще сверху. Все, хорошего дня, настроения. Дамир, Дамир. Чё ты не в школе? Что-то пишет, пацаны, что-то пишет. Сейчас скажет, иди нахуй. Говорю, почему ты не в школе? Он меня слышит, чи не? Я просто не понимаю. Не знаю, наверное, слишком маленький.
Ну ладно, если слишком маленький, то в принципе тоже нормально. Ну, если слишком маленький, то держи, брат. Еще ему сатенчик, ебать. Все, удачи, хорошего дня. Я люблю такие видосы, пацаны, блять. Реально, ебашьте лайки, подписывайтесь. Таких видосов реально будет больше. Не, ну нормально, ебать. Технику, пацанчик. Чисто ему на ход ноги, ебать. Но я вроде бы как бы всем помог. Кому смог, тому дал денег. Да, конечно, немножко печально то, что, ну, не записалось им на все, что я хотел, потому что там было много интересных моментов. Но, пацаны, шо маемо, ты маемо. Поэтому, я думаю, вам этот видосик, в принципе, понравится. Ну что ж, ребятки, на этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте вводить мой промокод. Все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Вот, пацаны, так прошел первый день учебы, то есть сейчас самое утро, поэтому мы посмотрели, чем занимаются люди, мы с ними пообщались, я немножко баблишко раздал. Я думаю, этот видос достоин лайка, поэтому поставьте лайк, подпишитесь, пишите свои комментарии, вводите промокодик, чтобы таких роликов было больше. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.